Здравствуйте, друзья! Несколько часов назад СМИ сообщили о страшной трагедии, произошедшей в семье заслуженной артистки России Ирины Понаровской. Не стало ее единственного сына, 39-летнего Энтони Роду. Как стало известно, утром мужчине стало плохо в собственной квартире на Трифоновской улице около 5 часов утра. Рядом с ним находилась жена, она же вызвала скорую помощь. Однако медики оказались бессильны. Им оставалось по прибытии только констатировать смерть. По предварительной версии, Энтони умер из-за проблем с сердцем. У него осталось двое маленьких детей. Сын Ирины Понаровской был рожден в ее втором браке с джазовым певцом Вейландом Рот-младшим. Он был долгожданным ребенком. Певица долго не могла забеременеть и даже усыновила маленькую девочку. После рождения Энтони Настю сдали обратно в детский дом. Как говорит Ирина, не по ее вине, а из-за мужа Вейланда. На тот момент ей был 31 год. Спустя 7 лет супруги расстались. По внешности Энтони похож на отца, у него темный цвет кожи, а по характеру, как заявляла Понаровская, ее сын такой же, как она. После школы Энтони уехал в Норвегию, там отучился и стал ювелиром. Позже переехал в Эстонию и стал художником. Мужчина женат на Ане Чайниковой, она тоже художница. Супруги воспитывали двоих детей, старшего сына Эрика и младшую дочь Шарлотту. Надеемся, что рядом с 71-летней Ириной Понаровской сейчас находятся близкие люди, которые смогут ее поддержать и утешить после страшной новости о смерти единственного сына.